Катрины Создатели. Никто меняться не хочет. Ожидание манны небесной, пока человек не захочет, остается парад словесный. Но все начинается с человека. Ни при чем президент или бог. Переход не может тянуться века. Придется мне подводить итог. Люди грешат ежедневно. Совесть притаилась внутри. Начало от Бога было давно, и неясно, что ждет впереди. Человек разорвал связи, упивается плотным планом. Давно утеряна небесная вязь, люди поделились на кланы. Пророки кричат «А завтра!» наперебой предлагая рецепты. Но никто не говорит правду, сколько останется в живых процентов. Преображение в руках человека, преображение самого и пространства. При желании хватит полвека, чтобы в духе остановить странствие. Люди хотят чуда, но малой кровью. Главное — сохранить быт. Можно поговорить с любовью. Главное — человек должен быть сыт. На сытый желудок можно думать о Боге. Можно поговорить и о завтра. Важно не трогать людей потоки. Никто не хочет услышать правду. Правда потребует изменения, не поверхностных, а глубоких. Значит, придется менять и мнение. Не получится изменить однобоко. Изменения внутри — это опасно. Может поменяться стиль жизни. Опасно, потому что неясно, как изменится в корне жизнь. Никто не хочет изменять себя. Лучше перемены без изменения. Люди не хотят встретить меня, не хотят менять поведение. Пусть лучше кто-то решит за людей. Пусть власть начнет изменения. Власти всегда и везде видней. Тогда люди поменяют свое мнение. Люди поменяются в любую сторону, можно даже наоборот. Кажется, что можно сохранить страну. Главное — не открывать рот. Приспособление — нет изменений. Значит, нет изменений в стране. Нет изменений и в поведении, так же, как в другой стороне. Другая сторона вам не пример. У каждого народа своя судьба. Для любви у каждого своя мера. Все зависит, какие звучат слова. Повторяю, люди в оцепенении. Не понимают, что завтра зависит от них. Броуновское в стране движение. Слишком много внутри помех. Люди не хотят меняться. Продолжают определять отношения. Создатель просит определиться, а точнее принять решение. Но какого мне ждать решения? Люди не желают менять себя. Придется сделать последнее объявление. Останутся те, кто верит в меня. Аминь. Отец Абсолют. 7 мая 2019 года. Катрен. Преображение в руках человека.